как я понял, у вас школу ну, закрывают, да? Закрывают, да. Ее сделали изначально филиалом. Андронова Тюменцевского района уже как образец понижения школы. Журналист голландского телеканала RTL News Мартейн Смирс не случайно выбрал его. Уже 2 года здесь пытаются вернуть образовательному учреждению статус школы, а вместе с тем средние и старшие классы. И вообще мы с мужем мечтали бы еще родить, но перспектив на будущее мы не видим. У меня детсад был в школе, на территории школы. Прикрыли школу. И садик не работал целый год. Закрыли школу обманным путем. Обманули родителей, учителей обманули, все. Прикрыли, опечатали, сгноили школу. Об этой истории мы рассказывали не раз. Жители Андронова настаивают, что школу превратили в филиал без их ведома, а подписи в поддержку расформирования собрали обманом. Но суд признал статус филиала законным. В прошлом году андроновцы отправляли вопрос об этом на прямую линию с Путиным. Дошел вопрос о другой школе, Суртайской. В итоге в Суртайке теперь проблем нет. Такая лотерея и привлекла внимание голландского ТВ. Мне интересен, эффект Путина, скажем. Получается, попасть на прямую линию, то проблемы ваши решают, а есть уже другие поселки с родительской ситуацией, которые не попадают на прямую линию, и они до сих пор борются, и это мне интересно. Любопытно, что в соседнем селе Черемшанка идентичное, по словам людей, понижение статуса школы. И о документе расформирования они узнали через несколько лет. Жители готовят обращение в краевой суд. Районный встал на сторону властей. Это обосновано тем, что наши права не нарушены и истекли сроки. Постановление же вышло в 2017 году. А как мы должны были узнать, что в 2017 году? Я просто не понимаю, если на сайте нигде не было. Материал голландского журналиста должен выйти на днях, когда прямая линия с президентом уже кончится, а проблемы останутся. Анастасия Драган, День с толком.